К другим темам. Отлетевшая от болгарки искра спровоцировала пожар в Омске в частном доме по улице Первая Томская. В результате погиб человек. Очевидцем происшествия стал наш зритель Дмитрий. Он прислал видео на почту программы. И вот сегодня стали известны подробности. Сигнал о возгорании поступил на пульт МЧС в 18:12. Более получаса потребовалось спасателям, чтобы потушить пламя. Огнеборцам удалось вытащить из горящего дома мужчину с многочисленными ожогами. Извлекли также и женщину, однако она уже была мертва. Как выяснили следователи, погибшая супруга собственника дома, пенсионер, сейчас в больнице, у него 92% ожогов тела. От искр при производстве работ болгаркой был воспламенен баллон с газом, в результате чего произошло возгорание. В результате этого удалось спастись мальчику, который выбежал из горящего дома. Женщину дедушка вынес. Вот. Сам он находится в ожогах, а женщина скончалась от полученных ожогов. Мальчик находится в органах опеки и попечительства. И еще одно возгорание произошло в минувшие выходные. На этот раз повреждена машина в Омске. На улице 12 декабря в багажнике ВАЗа 7-й модели взорвался газовый баллон. Пострадавших нет.